Привет, демархисты. Ну, это слово демархия, когда случайные представители, не постоянные депутаты-паразиты, а просто на один день. Ну, может быть, это и сработало бы. Надо пробовать, короче. Ну, это ролик еды дешевый. Яблоко 45, но это обычное яблоко. Для зимы сойдет. Так, так себе. Апельсины я уже снимал эти. Они спелые. Всякие валяются в этих в лентах. Такие. Бля, черт. Недозрелые. Не ярко-оранжевые, а светло-оранжевые. Вот, а этот вот спелый, но, блин, он уже слишком спелый, я смотрю, уже зад стал продавливаться, блин, скоро сгниет, надо осторожно, с жопы он гниет, следить за этим. Так, вот такое яблоко, не знаю, что за сорт, как называется, но оно крепкое. Какое-то иностранное, по-моему, 45 рублей. Здесь вот эту часть можно срезать. И внутри все отличное, крепенькое, кисло-сладкое яблоко, отличное на пятерочку. Так оно обычно рублей 100 стоит. И оно еще и полежать может. Не то, что оно через один день сгниет. Отлично. Я яблоки не особо люблю. Вот это фигня обычная. Яблоко. Вот такие вот вкусные. Зашибись, яблоко. Яблоки, зашибись. Вот не покупал я вообще почти что никогда гранаты. Вот они появились. Какие-то были дешевые. 50 рублей. Может быть, здесь и херовые они. Не могу ничего сказать сейчас. Сразу. Ну, можно попробовать. И посмотреть, что там внутри. Не понимаю. Что-то моргает. Свет в телефоне. Камера. Вспышка. Сломаться хочешь, что ли? Сейчас посмотрим тогда, что внутри. Так. Может быть, какая-то херня, гниль какая-то. В основном и продают, что подешевле. Говнище всякое, которое может сгнить через день. Никакой доброты нету нигде. Там типа скидочный. Да что такое? Что-то как странно, блин. Как будто батарейка дохнет, что ли. Телефоне. Поменять батарейку не так просто. Так, что-то я не очень умею очищать гранаты. Как их чистить-то? Вроде режут просто пополам. Сейчас разрежу тогда. Блин. Посмотрим, что внутри. Так. Сейчас надо попробовать.
Вроде нормально. Какой-то мега гнили я не замечаю пока что. Червяков вроде тоже нету. Так, ну еще один этот. Так, еще один тут есть. Гранат. Но дело не о нем. Манго я уж 100 раз показывал. Блин, пятно какое-то сраное. Все время какие-то дефекты. Выбирал, выбирал, все равно с каким-то говнищем купил. Это не мега дешевая манго. Что там, сообщения какие-то мне шлют. 40 рублей, то есть получается 300 грамм, как я понимаю, да, где-то грамм 300. То есть 4жды 3, ну, 3 штуки килограмм будет, 330 грамм, 40, 4жды 3, 120. 120 это вообще обычная цена на манго. Бывает, конечно, 200 где-то цену ставят, 120-150 обычная, то есть это практически обычная цена, ну, может быть, чуть дешевле, чем средняя цена. Вот такая вот фирма. Эстейтс какой-то, жиры, плохо вижу. Редерберг манго с Африка. Там были Перу какие-то, я не пробовал еще этот. Так, хорошо, что в видео появились сейчас паузы. Я нажал на паузу и почистил апельсин. Вот этот спелый, который, видите, он внутри без косточек. Ну, здесь апельсин маленький в апельсине. Конечно, не очень удобно. Но то, что продают в лентах, сырые вот эти недозрелые, это, конечно, охереть кидалово какое, потому что есть спелые апельсины зимой. Ну, хлопьё русско-россиянам говнище, а депутатики жрут хорошие апельсинчики такие. Так. Сейчас я уберу. И перед этим я снимал манго. На них были вот такие вот пятна. И это может свидетельствовать о том, что внутри он уже старый, идут такие страшные полосы. Ну, продольные такие линии. То есть уже херовый манго становится, и мягкий, вот это вот попа мягкая. То есть часто продается хлам со скидкой. Так, сейчас. То есть надо смотреть, чтобы. Чтобы не было вот таких дефектов и чтобы не было мягких частей. Это вроде нормальный, но все равно надо вскрывать. Сейчас посмотрим тогда, что внутри. Так, что-то я не понял.
Да, это нормальный. Это нормальный. А в старом вот эти прожилки начинают темнеть. И жопа мягкая становится. Этот вполне нормальный. Ну, вкус я не пробовал. По виду на пятерочку. Сейчас не хочу его пробовать. Так, ну все цены я сказал, вот это 50 рублей килограмм. Гранат. Ну, по-моему, нормальная цена для граната. Пока что дефектов я в нем не вижу. Вроде все в порядке. На этом все, ребята. Слава либертарианцам. Немцов никчемный мужичишка был. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Делайте революцию. И все будет прекрасно.